Шестой флот начинает зачистку. Пора. Задание с долгой историей. Долгой и печальной. Когда-то это был замок. Настоящая крепость, твердыня, готовая выдержать любой удар. Оно пережило немало суровых зим. Чего не скажешь о его жителях. Монастырь, где живут совсем не монахи. Последние 100 лет здесь держат тех, кто не угоден государству, но кого нельзя убить. Внутри полно выживших жертв последней войны, которой мы должны были победить. Но, похоже, в политике как на ипподроме. Поставишь не на ту лошадь и окажешься здесь. Макарову нужен номер 627. Вот за ним мы и пришли. 30 секунд. Хорнет 2-1. Говорит Джестер 1-1. Звено F-15. На борту по 4 Харм. Подавляем ПВО. Конец связи. Вас понял, Джестер. Выполняю. Сигнал, сигнал. Фокс-3. Фокс-3. Хороший выстрел. Просто отличный. Хорнет 2-1. Маршрут чист. Удачи. Отбой. Я Хорнет 2-1. Вас понял. Говорит 2-2. Вас понял. Это 2-3. Вас понял. Второй, начинаю обстрел. Понял. Опа. Вот так. 2-2. 2-1. Отличный удар. Всем снайперам, говорит Макдавиш. Приготовиться к стрельбе. Зафиксировать. Есть. Всем снайперам. Открыть огонь. Я иду! Есть!
атакуют штаб. Нужна подмога. Это здесь. Заходим, забираем заключенного 627 и убираемся отсюда. Всем быть начеку. Вперед! Костин! Контакт у тебя на 12. Вас понял, вижу его. Ты снята. Умер. Есть движение. Вижу цель. Но впереди будет охрана. С его помощью я найду заключенного. Я взломаю систему и найду заключенного. Но мне нужно время. Все ясно. Роуч, надо осмотреть камеры. Пошли. Они захватили центральный пост управления. Идут через... Вообще сюда! Камера пуста. Отлично, я вошел. Вижу вас на камерах пульта охраны. Так точно. Известно, где находится заключенный номер 627? Нет. Но я отслеживаю перемещение противников на твоем этаже. Это должно помочь. Пока не спи. Заключенный может быть его из камер. Прикрытие. Костер! Противник в конце зала у двери. Осторожнее. Вижу цель. Коуз, мы достигли двери. Открывай ее. Пытаюсь, но и древняя штука. Противник уходит справа. Все понял. Ждите. Есть! Тако. Контакт движется. Камера 4D. Чисто. В этой камере никого. Дальше. Несем потери. Не молчи. Вот оно. Заключенный номер 627 был переведен в восточное крыло. Идите через разрушение. Она в центре, так быстрее. Так точно, вижу его. Советую выбраться через окно и не соваться на нижние этажи. Понял. Отряд, направляемся к оружейной. Вперед! Видно что-нибудь? Плохие новости. К вам приближаются три, нет, четыре отряда противника. Я их слышу. Пошли. Здесь нас сразу заметят. Черт подери, все закрыто. Придется пробовать по-другому. Они уже здесь. Бойцы, они направляются прямо к вам. Нам нужно прикрытие. Бери полицейский щит. На нижние этажи. Понял, Роуч за мной.
Октавиш, наверху чисто. В одиночных камерах не работает видеонаблюдение. Похоже, в этом отсеке нет электричества. Все ясно. Отряд, переходим в режим ночного видения. Здесь пусто. Здесь тоже никого. Минус один. Согласились приостановить огонь? Продолжайте. Буду держать в курсе. Отбой. Впереди солдаты противника! Вперед! Вперед! Дайте! Несем потери. Ликвидирована. Сама. Используйте ящики для прикрытия.
Направляемся вон к той дыре в полу, в дальнем конце душевой. Со мной! Быстро! Вперед! Вперед! Душ, мы в старом тоннеле. Идем на юго-юго-запад. Хорошо. Продолжайте движение. Гоус, не молчи. Я не хочу остаться здесь, когда корабли снова начнут палить. Не останавливайся, ты уже почти на месте. Обнаружено два сигнала. Один из них должен быть заключенным 627. Вижу ваши сигнальные ракеты. Спускаем трос.